Ну все, Лизун, давай. В торговом центре встречаемся. Да, давай, пока. Целую. Так, сумку взяла, помаду взяла. А вот это я, пожалуй, возьму с собой. Алло, Лиз, ты где? А, вон, я тебя вижу, привет! Ну что, ты готова пошопиться? Да, конечно, только давай сначала в кафе зайдем. Я не успела позавтракать. Че смотришь? А, кстати, видела мой последний челлендж с паузой? Ну да, классно. А чего там такого сложного? Ах, ничего сложного? Посмотрим. Конечно. Погнали, пауза. Ладно, ладно, отмирай. Блин, Милана, это что за приколы? Я вся мокрая. Ты же говорила, ничего сложного. Получай. Ну, молодец. И как я теперь вот так вот буду по торговому центру ходить? Ну, ладно, ладно, не дуйся. Пойдем сейчас пошопимся и купим тебе новую футболку. Теперь ты уж точно придется. Ну, ладно тебе расстраиваться, Лиз. Я такое видела вчера, магазин классный. Там что-то классно. Там такая... Красная прям. Тихо. Вот, нормальный магазин. Давай здесь купим. Извини, забыла. О, Милан. Милан, мне кажется, это при... Ты, наверное, хотела сказать прикольное? Ну да, прикольное. Ну ладно, ладно, размораживайся. Пойдем уже. Прикольное. Еще раз так сделаешь, мне кажется, это самое прикольное. Как тебе мой новый образ? Да, отличный выбор. Может, еще на улицу пойдем, а то я уже устала. Да, окей, погнали. Ладно, ладно. Пойдем на качелях покатаемся. Ну, наконец-то. Ну, шуточки у тебя. Лиз, слушай, прикольно было. Это было круто. Еще разок, пошли! Лиза, а давай на перегонки? А давай. Раз, два, три. Пауза. Я первая! Ладно, теперь можешь и ты ехать. Наконец. Честно, так нечестно. Ты ведь сама предложила этот челлендж. Ну ничего, ничего. Я сейчас ей покажу. Ну что там застряло? Идем. Пошли. Милан, смотри, как я могу. Ну давай посмотрим, как ты можешь на паузе. Милан, у меня руки слабые. Это был тебе урок. Разблокируйся. Милан, ты перегибаешь палку. Стоп! Я первая! Я думаю, хватит! Ура! Готовы! Милан, давай сделаем селфи, потом пойдем кататься. Не, я
хочу покататься. Ну уж нет, я хочу селфи. Качели! Селфи! Ну вот, есть что в Инстаграм выложить. Я пойду на другую. Ой, мама звонит, надо остановиться. Алло, мам. Да, я? А, я с Лизой гуляю. Что, домой? Ну ладно. Пока. Целую. Лиз, ну все, мне домой пора. Мне мама позвонила, кушать пора. Пока. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И пишите снять нам с Лизой еще серию. Всем удачи, всем пока-пока! Кстати, не забывайте подписываться на наш канал и на Инстаграм. Ссылочки в описании. А, испугалась. Да, отличный выбор. Может, по-другому пойдем? А то уже встал. Что ж такое? Да, отлично. А может, уже на улицу пойдем? А то воздухом захотелось подышать. Воздухом? Сысам. Воздухом?